немало сезонов работы в командах КХЛ. Опасный момент у ворот автомобилиста. Наши продолжают атаковать. Савченко. Опасный момент. Половина. Еще 44 секунды до половины. 0-0 пока. И Василий Стрельцов тут продирался в позиции в одно касание. Ну, может, чуть-чуть не хватило силы, резкости. Наши атакуют. Борьба на пятачке. Как там Белис сыграл больше всего матчей. Опасный момент. Ох. Ну, молодец Лисукин. Надо было уж, конечно, тут пытаться обыграть соперника у своих ворот. Вот, посмотрите, шайба вот уже у Стрельцова. И, ну, конечно, ни в коем случае нельзя быть. Савин. Ларк. Бросок. Опасный гол! Наши открывают счет. Вот видите, не зря я вам тут про Варга столько рассказывал. Я думаю, он тут запишет себе очков актив как ассистент. Именно он направил шайбу в сторону ворот. И вот здесь ее уже добил шайбу. Добил, простите, в сетку. Атака очень опасна. Ну-ка! Ох! Вот даже вот Савченко сейчас досадует, конечно. Да, мы смотрим, чего ему все-таки не хватило в этом эпизоде. Это шайба Николай Бушуев. Вот именно он и оставляет очень здорово шайбу Савченко. Смотрите, он убирает шайбу вправо. Но больше, по-моему, пока тренер склоняется к Лисутину. Ох, опасный момент. И вот здесь он, я думаю, не рассчитал. Бурдасов забивает гол, сравнивает счет. Правильно, наверное, Лисутин сделал, что поехал навстречу сопернику, пытаясь ликвидировать выход один на один с вратарем. Ну вот, может, стартовой скорости Лисутину не хватило. Может, вообще стартовать надо было чуть раньше. Ну, это трактор атакует. Опасно. Панов, бросок, шайба выскакивает на пятачок. К счастью, она попала к нашим хоккеистам. Опасно, гол. Очень-очень обидный гол. Шайба попала в Лисутина, рикошетом от него отскочила в ближний угол. Ликование гостевого сектора, болельщиков трактора. Ну и смотрим еще раз этот момент. Вот видите, бросок, и шайба попала, ну, по сути, в спину, в бок Лисутину. Вы тоже нет. То есть это вот непрерывная борьба за шайбу, когда не поймешь, у кого она. То ли у тебя, то ли у соперника. Вот опасный был момент. Так, у кого это сломалась клюшка? У хоккеиста трактора. Он тут же меняется. И арбитр поднимает руку, фиксируя нарушение правил.